Вот здесь все зеленое уже. Скал нету. Одни леса и луга. Место называется Черный лес. Там какие-то спа-отели стоят. Ну, такое. Место силы. Но, на самом деле он черного цвета. Темные какие-то деревья. Машины раз в полчаса проезжают. Очень мало. Очень. Да, красота неописуемая здесь. Неописуемая просто. Надо сфотать, наверное, эту красоту. Да, блин, тоже уже так суровенько становится. Вижу, там наверху машина едет. Неужели не туда? Да. Судя по всему. Крайняя луга с коровами, там наверху овцы, а это, наверное, пастухи сидят. Которые пасут здесь овец.
here. Okay. Дергай, дергай, yes. Наверху овцы. Пастух покрикивает. Внизу меня ущелье с дорогой извилистой, по которой я поднимался. Сейчас наверху надо сделать красивый вид. О, а там горы, на которых лежит снег. Это уже больше 3000 метров. Значит, 3200 даже снег лежит. Ну, как мне опытные эти сказали. А вон передо мной тоже снег уже. Ну, я, наверное, сейчас на 2400 уже. Потому что и уши закладывает. И уши закладывает. И так, ну что. Надо здесь сделать вид. Ну вот, я преодолел вот этот серпантин. Но еще не до конца. Надо еще выше немного подняться. Вот что-то дождик начал моросить. Ух ты, а он там сверху по склону спускается. Огромное стадо овец. Они прямо по вертикальному склону спускаются. А над ними еще идет пастух. Тоже, как он там не падает. Может, он в специальных ботинках. Это вообще... На это смотреть-то страшно. Как они... Ну ладно, овцы ходят, как пастух. Офигеть. Деревушка заброшенная. Да, никто здесь не живет. Дома какие-то странные. Без окон. Может, что-нибудь для хранения сена. Или домики пастухов. Ночи странные домики. Но там, наверное, впереди есть пара домов, в которых кто-то обитает, судя по крышам. А здесь-то точно все заброшено. Высота моя 2470. Вон там наклейки велосипедистов. Прям сколько? А, 3 штуки вижу. 3 наклеечки. Вот наклейки. Те, кто сюда поднимался на великах. На мотоциклах тоже. Все вот такая здесь необозримые просторы. Уже вот до облаков поднялся. Воздух разрежения уже. А теперь мне вот такой спуск предстоит. Тоже сильно разгоняться не буду, потому что ветер болтает велосипед. Если кривая дорога и еще и ветер, то может, могу завалиться. А это я совсем не хочу. Так, внизу какой-то поселочек я вижу. Красота. Прям солнце светит. Что, давай? Хотел их напугать, но не получилось.
Обгоним трактор. Вообще, вот отличная дорога, воздух горный, луга, просторы просто невероятные. Вообще. И скорость под горку, сороковничек. Это тоже хорошо.